СБУ нагрянула с обыском крупному интернет-провайдеру WNet. Эту компанию обвиняют в незаконной маршрутизации трафика в оккупированный Крым и подозревают в содействии сепаратизму. По информации СБУ, пользуясь незаконной передачей интернета на аннексированный полуостров, российское ФСБ планировало получить через провайдера доступ к данным крупных банковских учреждений, международных организаций и украинских госструктур, которые пользовались услугами данной компании. Кроме того, она не закрыла доступ к запрещенным российским ресурсам.